Йоу, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем, так сказать, проходить игру под названием Минория. И да, все-таки я решил ее пройти. Я не знаю, она долгая, недолгая. Ну, выглядит довольно недолгой. У нас есть прогресс, мы прокачиваемся потихоньку. Нашли какую-то способность новую. Заряженная атака. Чувствуется, у меня сейчас будет босс, но... Это не очень плохо. Хилка равно босс. Ну не хилка, как она. Костер. Нет, ни хрена, ты офигела. Теперь заодно восохраняться. Ну видите, при сохранении враги не восстанавливаются. Враги восстанавливаются только после того, как мы выйдем и зайдем в комнату. Чем эти отличаются от тех, которые сдыхают с одной тычки? Типа, различия вообще не вижу. Не нравится мне этот проход длинный. Ой, не нравится. Чувствую уже битва с боссом. Поэтому я иду в другую сторону. И там действительно будет битва с боссом, я вам отвечаю. Здесь есть цветы. Здесь не страшно. Бля, серьезно? Неужели новое оружие? Астральный фамиан. Так, эффект. Время дает 10% к атаке. Тогда сюда. А, блин, а я ж не сохранился. Ладно. Ладно. Я думал, босс. Хорошо, что у меня были мощные атаки. Так, слышите, она серьезно вносит. Вот этот предмет мощной атаки. Я не знаю, может, стоило мне вернуться к боссу? Ой, к этому? К хилу? А, вот, есть. Все отлично. Все есть, все хорошо тогда. Так, свет... Ну, можно сходить посмотреть, может там... Да. Скорее всего, там сейчас новые предметы добавятся. У меня как раз есть 4 монеты. Типа оно будет просто улучшать, да? А если с тобой поврить, есть ли что новое? Так.
Так, не так уж много монахинь работает под началом Инквизиции не по своей воле. Возможно, это к вам относится. Многие девушки приходят работать на церковь, чтобы искупить свои грехи и грехи своих семей. До меня доходили истории об ужасающих процедурах. Так что позвольте спросить, вам давали перед инициацией успокаивающее зелье? Не пропинаю. Что ж, может это к лучшему, что вы ничего не помните. Еще есть что-то поговорить. Скажите, а вы слышали? Так. Стенание богов. Говорят, члены ордена слышат, как боги стонут во сне. Очень занятный вопрос, и я верю, что он. Так, но не настолько сильно. Ах, простите. Сестра, оставлю вас в покое. Большой никакой болтовни. Окей. Ой-ой-ой, стой. Нет. Сюда. О. Что за банки? Или это просто? Ладно, это походу просто. Да. Нового ничего нет. Походу только я могу улучшать себе вот этот предмет. На за убийство типа плюс хп. Поехали. Я думал, босс. Ну, короче, только белые коцают, когда ты в них впритык подбегаешь. Ух ты ж, ё-моё. Ну ладно, пошли. А, босс? Босс. А, это ж церковь, да? Часовня. А, вы настойчивы. А вы настойчивы. Сдавайся, ведьма. А ты не хочешь обратиться ко мне по моему монашеству имени, сестра? Я сказала, сдавайся. Ты недостойна такого обращения. Достойна или нет, решать не твоей церкви, сестра. Вы слишком долго отравляли мне эти земли своей верой. Меня уже тошнит от вашей безграничной жестокости. Так велять святые. Наши действия подчинены их воле. Сделай хоть раз что-нибудь по своей собственной воле. В этом мире не должно быть мест твоей церкви и ее последователям. Такая прогнившая вера не должна существовать. Окей. Бац. Так, подожди. Ой-ой-ой. Я понял, что я нихера не понял, что произошло только что. Но я понял, что меня убили. Игра кончена. Окей. Ой, блин, заново с этим драться. А нет, слышите, они тоже коцают. А, ногой сразу громовую сделаю. Ёлки-палки.
вау. Ага. Ах вы... Самодовольные монашки. Убирайтесь. Убирайтесь с глаз моих. Убирайтесь с глаз моих долой. Эй-эй. Я не хочу ее убивать. Она ж типа не хочет драться. Она даже магию юзать не может. Типа может атаковать? Я не верю. Я не верю. То, что она хочет нас убивать. Ты ж не хочешь, да, нас тут трогать? Я не буду ее бить. Алло. Видно, что ее можно как-то пощадить. Не, действительно, говорю, хватит. Ты ж не умеешь, ты ж не хочешь сейчас драться. Слышь? Окей, Эго и Фамильяра как раз попробуем. Дерьмо. Я не буду. Ты уверен? Ты уверен в этом? Слушай, нам не нужны драки. Ты это согласна? Че, серьезно? Нету никакой это? Альтернативные версии, типа, не зря, что они в ХП дали. Ладно. Это выступление... А, Веры, сестра. Я не хотел ее убивать. Алло, вы видели сами? Я пытался, я дал время. Я дал время, типа, то, чтобы она не убивала. Сестра Девуар, зачем вы пошли по этому пути? Так, а подожди, а что я должен был делать? Уйти с локации я не мог. Я бы ее не убивал, на самом деле. Хотя, может быть, у меня был шанс и бы ее не убивать. А вы умеете владеть мечом? Не подходите, я вас не знаю. Кто вы? Всего лишь путник. Идущий во дворец, а вы? А какой ты подозрительный. Мы можем управлять... Так, направляемся во дворец. Не ваше дело. Какой-то ты подозритель. Неужели? Ха-ха. Пусть я и не отличаюсь особым благочестием, но я не хочу... Так, но я хочу помочь. У меня есть для вас кое-какая информация. Дворец окружен барьером, который блокирует вход. Пройти сквозь него могут лишь ведьмы. Но поговорят, что есть тайный проход, связанный королевский сад с внутренним залами дворца. Что же касается входа в сад, то мне удалось открыть ведущие в него ворота. Это у подъема в собор. Если хотите, можем отправиться туда все вместе. Что думаете, сестра Самейла? Чем нам не больше, чем лучше? Да нихера. Ладно, встретимся в саду. Договорились. Ах, да. Мы уже не представились. Меня зовут Пин. А вас как звать? Сестра Самейла и сестра Анафрен. Так мы тебе и сказали. Ладно. Какие странные имена. Ну, я рад знакомству. Что ж, тогда увидимся по пути во дворец. Странный тип. Соси, кирпич. Бац-бац-бац. Подожди, куда он говорил мне вернуться? А, я туда... В смысле, я туда же вернуться не могу. Ты чё, больной? Приятель, ты больной?
Сергей. Сестра Дэвид, зачем вы пошли по этому пути? Так и я что, виноват? Я не хотел вообще убивать. Так, а куда мне идти, блядь, хотя бы? Сады. Он открыл в сады. Какие сады? Дворец окружен барьером, который... чтобы касаться вход в сад. Это ворвался по время. Подожди, может мне нужно... Сейчас попробую стопаем. Не знаю. Ладно. Мне двойной прыжок бы пригодился на самом деле. Что поднимается уровень, что не поднимается вообще как-то. В какую сторону идти, хер его знает. Ай-яй-яй. Потому что сюда мне не подняться. Я говорю, двойной прыжок. Он ли нужен, и все. Хер его. Ладно. О, подождите, это дверь? Нет, не дверь. Похоже на дверь. Блин, ну я не знаю. Куда? Какой... В какой сад? Ногу вниз. Уже 10 где-то. Потому что я лично не знаю, вот, серьезно. До свидос. По низу? Что у нас внизу было? И чё, я туда попасть не мог? Точно. Ключ. Спасибо. Спасибо. Ладно, погнали в ту сторону. Может быть, тут что-то найду. Это уже реально начинается бегать не чисто. Да, урон увеличился, но на немного. Там тоже, да, я куда-то как-то не мог пойти. Так что тут катакомбы, и тут немножко тоже ключ. Он открыл. Куда ты открыл проход? Я вообще не помню, где было закрыто просто кем-то. Ладно, может быть здесь где-то внизу. Просто я не знаю, где тут сады. Чёртовы сады. Главное, чтоб мне вот эти опять, блядь, не попадались сильные. Блин, я тут гигант был мощный на самом деле. Могу вниз. Здесь я просто не заберусь. Меня тут даже никто не может подсадить. Может быть, вариант это здесь. Но тут тоже нужен ключ. Тут везде нужны ключи.
Можно еще как вариант это в правую сейчас сторону пойти. Но у меня еще наверху есть какой-то там проходик. А не, у меня только сюда и все. И все. Все, у меня только сюда. Но я мог, в принципе, сходить сохраниться. Ладно, посрать вообще. Да, он открыл проход. Мы выбрались из собора. Сестра Самела. Должно быть сад уже близко. Да, это и есть сад. О, а тут вообще какой-то ключ другой нужен. Бэм. Чернильный камень? Что за чернильный камень? Предмет. Священный сосуд, подождите. Особый предмет заполняет энергией святых. Наделен вас способностью применять особую заряженную атаку при удержании кнопки ближнего боя. Черный камень. Избыток жидкости из тела, видимо, можно использовать для усиления тела и разума. Напоминаем, так. Напоминает чернила для письма на пергаменте, ибо состоит из того же вещества, смешивающего с различными примесями. К сожалению, в такое состояние он ничем не лучше обычного булыжника. Для усиления тела и разума. То есть, скорее всего, он будет мне как использовать как что-то. Я хочу эти новые... То, что нету нового оружия. Вот. Алло, я хочу это оружие. Тут уже рыцари. Так, это я, да? Нет, это не я. Ладненько. Ну, у них много хп. Очередные здоровики. Ладно, гоу наверх. Это с какими-то копьями вообще. И снова же мне нужен двойной прыжок. Чего у тебя такой радиус атаки большой? Алло, парень. Себе. О, подожди, подожди. Тут нету... Чего, блядь? Серьезно? Окей. Ну, блин, это странно. На самом деле сейчас сделано все. Сложно.
Ладно. Гоу наверх. Это Арелли тоже сильный как бы противник. Со своими серпами. Ну что это за радиус атаки? Что это за радиус атаки? И урон какой. Он еще двойную атаку делает. А, это рывок просто. Ну ладно. Сейчас скажу, да вот тебе босс. А, извини, у тебя это... У тебя нету, да, хп? Ну ладно. Ну а тебе еще босса. О! Зашибись. Не знаю, может он в ближний атаковать, но лучше его убить. Что это? Проклятие. А, это ж минус это, да? Эфирный. Эффект на короткое время призывает иллюзорного дракона. Ничего себе. Ничего себе. Целого дракона. Да ебать. Ох, изи. Сейф. Сейф спасает. Го, я тогда в центр еще сбегаю. Я не знаю, стоит ли использовать на обычных врагах. Но вот эти, блин, немного бесят. С серпами. Потому что серпы довольно мощные у них. Я Арелли не буду лукавить. Это так и есть. Но видите, поверху тоже можно было как-то пойти. Скорее всего, это снова же двойной прыжок. А вот и арена подъехала. Ну да, конечно.
я понял, из-за чего у меня хп тогда отнялось. Из этих дерьмовых херовин тоже получается хп, когда они взрываются. Я думаю, что у меня хп так отнялось. Теперь все ясно. Ответ получен. Брунгильда? Брунгильда это меч. Брунгильда. Базовый, так. Атака, основное оружие используется орденом Черный Игл. Так, такие вероятно клинки редко встречаются. А-а-а. Ничего себе. А вот это вот весело. А вот это вот действительно весело. Ну, то есть, видите, я на немного... Удар крестом. Вот эта атака. Мне кажется, она все разнесет к херам. Газофамиан, ну это понятно, что за фамиан. Ну, хотите, можем, в принципе, вернуться туда-обратно. Или через верх попытаться пройти как раз, посмотреть, что там за тропа. Все равно идти. Ну, видите, то, что я могу немного еще выше подлететь благодаря этому предмету. Это может мне помочь в каких-то случаях. Вот такое. И что же здесь? Архивы 26. Богини природы. В отличие от богов священной канцелярии, эти боги недоступны людскому восприятию существа, обитающие на других планетах, планах бытия. Их временное физическое воплощение принесла в мир церемония принцессы поэмы. Собрали гильдии. А, сестра Девиар де Клермонт. Видимо, блуждающая по коридорам собора Святой Гильдреты. В прошлом... Так, Девуар жила в Ранелии и была инквизитором в Ордене Черный Игл. Но позже заинтересовали медицинской... Так, надеясь тем самым помочь своей болезненной младшей сестре Кларисе. В отличие от попытки спасти жизнь Кларисе, Девуар воспользовалась лекарством, запрещенным церковью. Попытка оказалась неудачной и... Больной со временем стало только хуже. В итоге церковь стала известна о мастерской Девуар, и девушку признали грешницей. В качестве наказания ее заставили смотреть на то, как инквизиция сжигает ее семью и дом. Да уж. Лизетта. Ведьма, рожденная из семьи Южного леса, Лизетта, направилась в Оримьер в поисках той, что нашла церковь. Ну так, так не позови с собой, где-то там. Так это было. Гарина. Куратор тайного библиотеки. Они, помимо всякой чуши, вроде связи между мирами и всеми такими, сквозь упоминается в некоторых наиболее древних церковных документах. Немного видели ее личность, и совсем мало кто знает о ее истинной цели. Но ей, похоже, нравится окружающая ее аура загадочности, которая активно используют в своих целях. Ну ладно. Мне нужно, короче, сходить сейчас сохраниться. Понимаете, там есть... Там показано, что есть проход куда-то. А вот куда? Тут, увы, никто не знает. Так.
Так, ладно, сохранились. Давайте на этом, я думаю, тогда закончим. Испробуем меч в следующей серии. И все в таком духе. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.